Одел меня хоть и бабские наряды! Вообще мальчика обидел! Баня! Сколько спать можно? Вставай, я в туалет хочу! А чё ты? Давай! В туалет пойдём! Чё ты? С утра пораньше разорался, а? Я, между прочим, вчера 3 литра воды выпил! И теперь хочу по-маленькому! Шерл, хорошо. Сколько? -20? Я тебе дверь открою, иди сам. А чё такое -20, а? Это чё? -20 грамм? Ты весишь или что? На улице -20, Шерлок, а ты меня из теплой кровати вытащил. Короче, не знаю, что такое -20. Ладно, пойду сам. Точно пойдешь? Ну, пойду. Ой, Ваня, это холодно. Чё-то я не хочу быть, холодно там. Шерлок, я туда не пойду. Ну, ты ж в туалет хочешь, ну иди. Я-то хочу. Только задуметь-то. Не хочу, у меня там лапы, нос, уши, даже глаза. Отмёрзнут. Поэтому не хочу. Слышь, бать, а у меня вопрос. А вообще люди как ходят на улицу в такой дубарево? Холодео, замерзео, а? Одеваются. Штаны там, кофту, шапку, варежки там. Все, что видят, на себя напяливают. А в -20 так и 2 раза можно напяливать. Так я не понял. А где мои штаны, шапки, кофты? Ты что, опять на мне экономишь? Опять мне ничего не покупаешь? Так, давай быстро сгоняй и купи мне одежду потеплее. Тогда только пойду. Иначе прямо здесь надую. Я думаю, ты не хочешь этого. Поэтому бегом. Слышишь, рань такая, вообще еще все закрыто. И вообще выходной сегодня везде. Ты меня все равно вот на улицу хочешь выгнать. Ну все, начинаю писать прямо тут. Стой, стой. У меня это, идея, мысль-идея. Сейчас все будет. Замри, никаких движений. Тебе 2 минуты, у меня уже лапы расширились. 2 минуты начнут дуть прямо сюда. Все, бегу уже, бегу, подожди. Я за тобой бегу. Так, стой. Батя, подожди, это же садишка. А при чем тут ее шкаф к этим, к моим вещам? О, как раз на тебя. Пошли. Батя, нужно бабское! Чё себе ты тут заявки? Отморозить что хочешь? Бабская у неё, не бабская. Блин, ну розовая бабская. И чё, я это должен одевать? Подожди. Ты что, рвёшь их? А потом на меня всё скинешь и садись, скажешь, что я порвал. Чур, я здесь не участвую. Блин, Шерлок, трохи перестарался, но... Я порвал хорошие штаны! Иди сюда, давай. Чё ты хочешь делать? А чё, на задние лапы надо? Так. Чё-то я ничего не понимаю, ну да ладно. Стой. Подожди. Тихо, вот то, что рвал. О. Подожди, говорю. О. Ха-ха-ха, удачно порвал. Подойди. Тихо. О. Батя, вообще так ничего, это кошмар, розовый цвет колхозный. Так, попа в тепле. То, что надо, торчит. Там то, что надо, поднимается. Так, грудак. Чтоб не замерз. Ну да, мерзнет. А в такой холодеу вообще замерзело. Так. Ну-ка давай, садись теперь. Сидеть. Ну, не хочу сидеть. А как я на тебя одену? Садись. Не буду. Не будешь? Хорошо. Замерзай. Потом мне не говори, что у тебя лапы и грудина и спина болит, и что ты, батя, меня не одел, и ты замерз и заболел. Блин, ребятки, что соглашаться на эту бабскую кофту, а? Ну, она ж вообще в звездочке розовая, так и быть. Ладно, одевай, говорил. Вот, блин, позорище, не дай бог, и Мурка увидит или Шарик.
Засмею беднягу. Бать, а что мне им сказать, когда они меня увидят в розовом-то, а? Шерлок, это последний тренд для мальчиков розово. Скажешь, у тебя батя мега заботливый. Бать, ты, короче, сказать, что они не шарят в моде, да? Сказать, что они отсталые колхозники, а я типа крутой, да? Типа того и можешь сказать. Ну что? Ну что, готов? Все? Ну что, идешь теперь? Ну давай попробую. Ребятки, как вы думаете, не замерзну я теперь? Ну что, бать? Ой, не-не-не, ветер холодный. Уши сразу отмерзают. Это лапки мои не пойду. Мне еще это, шапка нужна и носки. Или ботинки на крайняк. Иначе сейчас тут дуть начну. Да ладно, и потерпи еще секунду. Шапку и носки ему сейчас принесу. Шапка. А что уже надо, чтобы уже в теме была вся? О. Так, носков не вижу, где они? О! Все для тебя? Все? Последний писк моды. Последний писк! Главное, чтобы от меня потом все не пищали от страху! Это что, бать, еще бубончик колхозный? Батя, без бубона не было! Батя, ты... ну почему бубон? Не люблю я бубон, они колхозные! А что носки? Батя, что только два? У меня вообще четыре лапы! Блин, давай эти оденем. Потом еще сейчас добавим. Бо, колхоз полный! Спереди одни, сзади другие! Я что, похож на колхозника? Ты пес, который одет модно по последним. Только чурбушки ты это скажешь, хорошо? А задние лапы? Ребята, кому нравится, обязательно с вас лайк, Шерлока поддержать. Мурка, она даже если ничего не шарит, и то скажет, она девчонка розовая. Шерлок, как ты классно выглядишь. Точняк, а может я и модный, кто его знает? Так, четыре лапы, четыре лапы. Ну и будет четыре. Ну чё, еще два носка, да? Ну давай. Так. Мои модные. Спереди мне, кстати, понравилось. Это эти, пчелки. Я пчелка Майя. Ой, какая Майя. Я пчелка Май. Ты так неумело одеваешь, пристань, стой. О, одно дел. Хорошо. Блин, какие-то кальсоны стали, а не брюки. Кальсонами ты их сам делаешь. Так. Так, все. Ну все, похоже, я готов. Пошел я. Все, короче, я пошел гулять. Тут даже ничего-то. Ой, по снегу тепло. Вот это я понимаю. Совсем другое дело. Ну все, бать, я пошел. Еще к Мурке наведаюсь. И Шарику расскажу, что здесь круто. И даже поваляться по снегу можно. Совсем не холодно, вот так. Видите? Шапка немножко мешает, а так все круто! Ой, бать, давно надо было так! Вот это я балдею! Вот это мега крутяк! Я рад, Шерлок, что тебе понравилось! Ребята, ну а с вас обязательно подписочка, лайк! Это у нас мега модный пес сегодня! Смотрите, как ему нравится! Да, очень нравится! Главное, тепло и не холодно в лапы! Вот это я балдю! Ладно, я пошел дела делать. Всем пока. Пока-пока.